Друзья, всем привет, с вами Никита Дилы, и в этом ролике я вам расскажу, как же поставить себе бесплатно лицензию. Да, лицензию Farming Simulator 2019. Все на самом деле очень просто, сейчас эта игра появилась в магазине Epic Store, это прямой конкурент Steam, и соответственно в течение недели до 6 числа, до 19.00 по Москве, эта игра будет бесплатно доступна каждому желающему. И соответственно, как ее получить? Переходим по ссылке для начала в магазин Epic Games и находим там Farming Simulator. В описании, если что, она есть, если вам прям совсем лень ее искать. Разумеется, это будет не платина у вас, а без всяких DLC-шек, но по сети вы все равно сможете играть без всяких кряков, без всяких фиксов, без всякой этой фигни. Соответственно, справа есть кнопочка Get Epic Games. Нажимаете на нее, и у вас стартует загрузка лаучера. Не лаучера, а магазина, как вот Steam есть, а вот есть Epic Games. Соответственно, запускаете его, устанавливаете, даете ему все эти разрешения, которые он просит. Установка происходит довольно-таки быстро, если что. Ну и, в общем-то, вот он у нас установился. Довольно быстро. Вот запускается довольно долго. Ага, пошло еще. Ну, ладно, подождем, тут надо немножко еще подождать, пока обновление какое-то скачается. Но тут всего лишь 358 мегабайт, поэтому это тоже быстро произойдет. Соответственно, после установки Epic Games в него нужно войти. Если у вас нету аккаунта, то, соответственно, нужно зарегистрироваться. Можете войти просто с помощью своей записи ВКонтакте, Гугла, PlayStation, Xbox, что хотите. Тут через Facebook можно зайти, но я этот аккаунт зарегистрирую свой, потому что у меня, кстати, нету. Почему-то. Да, чего уж почему-то. И после того, как вы все ввели, соответственно, нажимаете создать учетную запись, если у вас ее, конечно, нету. Далее нам предлагается ввести капчу. Прикоснитесь к стрелкам, чтобы повернуть мяч. Боже мой, это что-то новенькое. Когда получено правильное изображение, коснитесь готово. Ну вот это типа правильное изображение. О, это беда. Ну ладно. Вроде хорошо. 15,9 секунд, я справился. Кто побьет мой рекорд, а? Ну и, соответственно, далее у нас здесь все выглядит примерно как и в Steam. Друзья и все остальное прочее. Нам нужно перейти в магазин. И здесь, я думаю, где-то будет Farming Simulator. Да, вот он есть. Бесплатно сейчас стоит ценник. Платина, интересно, сколько стоит. А платину сюда еще не завезли. Понятно. В общем-то, в будущем она будет стоить 999 российских рубликов. Странно, что у меня ценник в российских рублях стоит. Ну и ладно. Да, платина недоступна. Дополнение пока недоступно, джундиры, короче. А, вот эти вот DLC-шки доступны. Андерсон, джундир. Джундир, кстати, 199 рублей, но она, по-моему, не будет работать, если у вас версия игры стимовская, а типа DLC-шка из Epic Store. Про то точно не знаю. В общем-то, издание. Здесь находите и нажимаете на кнопочку «Получить». И ваш заказ загружается, обновление заказа, оформляете заказ. Нажимаете галочку, 0 рублей оно стоит. Epic Games говорит нам спасибо. Игра готова к установке. Вот она появилась в нашей библиотеке. Соответственно, нажимаем на кнопочку «Установить». Читаете лицензионное соглашение, в скобочках «Нет». Выбираете, куда ставить, и, соответственно, ее устанавливать. Ну, так как у меня есть стимовская версия, то я ее, разумеется, устанавливать не буду. А далее, в общем-то, она все работает, и сможете играть по сети, и все у вас будет хорошо в этой жизни. Надеюсь, моя информация стала кому-то полезной. Если да, то ставь лайк. А еще подписывайся на канал, потому что у нас дохрена всяких интересных прохождений. С вами, друзья, был Никита Дилей. Всем всего доброго. Пока-пока.